Валер, стой, не ешь. Завтрак. Завтрак забыла снять. У нас бутербродики, фасоль, омлет с пестом. И уроки. И солнцом. Да, да, мы поздно завтракаем. Поэтому у нас уроки. И Николька тоже. Ням-ням. Николя, идем гулять. Идем гулять. Что-то передумала. Идем гулять. Топ-топ. После вкусного завтрака нужно гулять. Не хочет. О. Николь, надо ходить. Ну и со стола встала и на коляску села. Все, катай меня, да? Катай меня. Валера, что ты делаешь нам? Душ. Бали? Душ. Повторим? Повторим. Так нету зарослей. Нету. Все, надо что-то посадить. Будут заросли, да? Из огурцов? А, там у тебя виноградик есть. Ой, такая красота на улице. Просто лето. Стирка сушится. Стираем по ночам, потому что нам днем отключают свет. Приходится ночью стирать. Слышу. У Киры переменка. Там мы гуляем. Вот. И ждем. Ждем. Тут я вижу, что хочет киви зацвести. Но, как вы помните с прошлого года, то киви у нас оказался мальчиком. А мы покупали как гибрид. Или как это? Гермафродит. Мальчик-девочка. Кто там спрыгнул с коляски? Николь. Маме надоело катать. Давай ты катай. Надо тебе маленькую колясочку вытащить. Будешь Лялю катать, да? Где ключи от летней кухни? Кир, принеси ключи от летней кухни. Это, вот там, на стиралке. На стиралке? Ага, посмотри. Достанем. А то что-то сильно большая коляска для Николь. И Лялю достанем, будет катать. Папа делает нам душик, потому что мы работаем в огороде, потеем, нам жарко и хочется освежиться. Бассейн еще рано, я так думаю. Но я думаю, что в мае мы его уже поставим. Кир, нашла? Вот, спасибо. Иди пока поохраняй Никольку, она в коляске. Иди. Хорошо, говори, пускай все выходят. Ой, как у нас хорошо. Все, тюльпаны посадили. Что будет, то будет. Я уже не буду их выковыривать. Это мой первый опыт покупать такие луковицы. И первый опыт сажать весной. Ну, посмотрим. Николь, к тебе приехала на тебя похожая Николь. Две Николь. Одна большая Николь, одна маленькая Николь. Будешь играть с Лялей? Это Ляля. Сейчас мы только тапок обуем, потеряли тапки. Папа, смотри, Николь катает Николь. Ага. Похоже на нее. Ой, сейчас подушек. Вот так. Ляля катает Лялю. Снимала, как Николь поливает сад. Николь разворачивается со шлангом на меня и напором в меня целится. Облила меня с ног до головы. Я кричу: стой, хватит! А она заливается, ей так смешно. Я в саду, пишите, что у меня ничего не растет. Все у меня растет. То, что мне надо, то у меня все растет. Вот малина. Горох. Возле гороха уже взошел редис. Клубника. Кстати, уже начинает потихонечку цвести. Жимолость цветет. Смородина тоже скоро зацветет, то есть уже цветет. Вот тут смородина. Это хурма. Хурма. Но она не цветет. Там инжир, но он что-то
замерз, а должен пойти снизу. Лук, чеснок. Между луком и чесноком зелень растет. А это лук-слизун, который дает листочки, но не дает луковицу. Это многолетний лучок, очень полезный. Клубника, вот цветет уже. Кинза, шпинат. Там щавель растет. Мелисса начала расти, ароматная на чай. Вот этот сорт у меня самый-самый ароматный, самый-самый вкусный запах. Ой, вот такой яркий и нежный. Так, там тоже горох и шпинат растет. Так, кукуруза тоже растет, но еще не взошла. Посадила я, будем ждать. Посеяла, по крайней мере. Посмотрим. Чеснок вырвется, а кукуруза пойдет в рост. А тут у меня грядки, видите? Тут у меня растет морковка. А тут у меня посеяна свекла. На раннюю свеклу на лето. А потом чуть позже посажу на осеннюю свеклу. Уже летом посажу. А эта грядка подготавливается мне под спаржевую фасоль. Валера перекапывает пищевой мусор, и потом я посажу фасоль спаржевую, еще рановато. Девочки мои куколки! Сейчас перейдем на ту сторону, покажу, что еще растет. Так, это киви, в надежде, что когда-то будет урожай. Винограда очень много Валер насадил. Это ежевика, пару кустиков есть. Очень много, ну как очень много, нам мало всегда. Голубика, вот цветет уже. Вот. Это голубика, очень много цветочков. Я как-то показывала, как я ее сажала, рассказывала мой удачный опыт. И сейчас цветет сад. Сад у нас молодой. Валера им занимается. Что-то сажает новое, что-то выкорчевывает. Так, это из новопосаженных персиков. Очень крупные плоды, но он болеет. Я не знаю, будет с него толк, нет, но цветет хорошо. Яблони новый сад насадил Валера. Ну, я знаю только вот ту яблоню, там, где зеленая бутылка, потому что я для себя ее оставила. Это новый, этот белый налив. Я захотела, чтобы было летнее яблочко. Сливы, колоновидные деревья Валера насадил. Уже цветут сливы. Персик. Это тоже слива вроде бы. Это персик молодой зацвел. А это очень классная слива. Она дает такие красивые крупные сливы. И они без червячков. То есть супер слива. Что случилось? Упали? Ой, ой, не надо дуть, она сейчас рассеется. Так, тут у нас ранняя черешня. Я уже рассказывала, ни у кого нет, а мы уже едим в мае черешню. Груши Валер насадил, вот уже цветет. Идем, покажемся. Вот еще две черешни молодые. Это Валерий Чекалов. Вот в этом году дал много цветочков. А эта сказка начала цвести. Вот как раз пчелка пришла поработать над сказкой. И два персика очень вкусных. Они старые и короче, классные. Это вишня молодая. А, есть еще большое дерево вишни. Меня Николь толкает. Там растет у нас крупная. Тоже ранняя вишня, без червячков. Надо сажать ранее, тогда не будут эти червячки. Все? Ну, все. Вроде бы все.
Ну, еще там колоновидные деревья. Ну, много винограда, да. Выходим мы к сливе. Помидоры посадим обязательно. Синие посадим еще. Дники посадим еще. Тыкву посадим. Очень много винограда. И Валера еще обновляет, пересаживает. Все. Все вроде бы. Эй, красота! Ты что делаешь? Ай-яй-яй. Красота хочет поливать все. Хозяюшка мамина. Все растет. То, что нам нужно, все растет. Петрушка. А, не растет у нас укроп и картошка. Не видим смысла сажать картошку. У нас недорогая. Как бы есть. И я хочу сказать, вы там пишете, голод будет. Я хочу сказать, что мы и не в голод картошку особо не едим. Так, в суп могу добавить, но чтобы мы прям картошкой питались, то я не скажу. Мы эти колбасоеды. Да. Больше. Ой, а что там нету этой поливалки? Не, давай туда. А ты поливаешь? Вот еще инжир. Ну почему-то в этом году он как бы верхушки померзли, но я вижу, что снизу идут молодые. А где же поливалка? Папа же должен был полить. Это Николь тут поливает нам. Играется. Надо найти поливалку. Ну, смотри, падает. Кто падает? Ну, листики. А, да, ну это цветочки осыпаются. У нас снег из... Ну, кораблик. Иди тихонечко выключи зеленый шланг. Пока она не заметила, что он течет. Надо найти насадку. Здрасте, здрасте, здрасте. Та-та-та, та-та-та. И какое-то нашествие вот этих майских жуков. Мы уже устали их давить. Все, Ольчик, молодец. Успела, я ее задержала. О-о-о-о. Точно нужно бассейн ставить. Она купаться хочет. Ну, холодно. Ну, еще посажу цветов однолетних. Там у меня на окошке проращиваются. Она сама знает, что ей взять. Она ходит этот, щавель рвет и ест листики. И чеснок рвет, и лук листики рвет. Дитё в огороде пасется. Скоро пойдет смородина, голубика, клубника. И будет пастись. С малиной у нас не получается. Но я думаю, что на том месте все-таки будет хорошо. О, я даже посадила, ой, как он называется, спаржу. Спаржу даже посадила. Ну, посмотрим так, ради интереса. Мама, снег пошел. Да, снег идет, значит, скоро? Новый год. О, все, пасется лялька. Лялька пасется. Ну что, скоро горошек мама, пойдет, смотри. Редиска. Снег пошел. Да. Петрушка у нас тут растет уникальная. Это семена еще от моей бабушки. Получается, она сама насевается, сама растет. Уже таких семян нигде не купишь. И вообще говорят, что скоро семена действительно будут пустые и не будет всхоженности, да, будут. Не будут плодоносить, вот так, проще говоря. И у кого есть хорошие семена, берегите. Потому что кто его знает? Но все может быть. Я уже ничему не удивляюсь. Кстати, пчелки к нам прилетели. Как только потеплело, так сразу пчелки прилетели. И вот этот гул мой любимый. Гул пчел, обожаю. И вот там еще вишня. Вишня должна вот-вот засвести. Крупная такая. Без червячков. Ну, обалденная. Смородину только недавно посадили. Еще не знаем, какая будет. Надеюсь, что будет все хорошо. Болеет. Вот что я заметила, что смородина болеет у нас. Ну, еще кизил там у нас. И такая смородина. Дикая.
за домом растет, которая не болеет и растет как бешеная. Ну, это садовая смородина. Будем смотреть. Выделила я место для смородины. Дай бог, все получится. Ну, и вот этот куст. И вот эти два куста жимолости. Это самая первая ягода, которая появляется в саду. Еще ничего не созрело, а жимолость уже есть. Кстати, надо еще подсадить. Кустика три, наверное. Может, сюда подсадить? Еще есть место, да? Угу. Надо и еще. Там. Хотя бы два еще. Может, и там. Ну, будем смотреть. Но ей уже много лет жимолости этой. Это уже ей третье или второе место поменяла. И вроде бы это место ей нравится. Надо искать места хорошие. Вот. Это место планировала я под огурцы. Но огурцам тут не понравилось. Ну, даже опоры вот эти Валера сделал, а им не понравилось. И я решила сделать под клубнику вот такие грядки. Ну и под раннюю культуру горошек, там редиску, зелень можно, те две грядки использовать. Может, со временем куплю сорта клубники какие-то интересные. Гигантеллу хочу попробовать вырастить. Ой, как пахнет тут весной. Класс. Ну, мне нравится мой сад, огород. Конечно, работы еще много. Но то, что вырисовывается, мне нравится. Нагулялись мы, назагорались. Обед у нас. Фасолька, салатик, пюрешка. Ну, доедаем, что есть. Как, вкусно? Вкусно. Смачного, дитки. Прямо вкусно.